В этом году мы отмечаем 80-й юбилей со дня рождения Абиша Кекильбаева, писателя с яркой и интересной судьбой, журналиста и поэта, незаурядного политика и государственного деятеля. Первая книга Абиша Кекильбаева была выпущена в 1962 году. Его перу принадлежит свыше 50 книг, ставших заметным явлением в литературной жизни Казахстана. Вся проза писателя сказочно-легендарна, и это подчеркивается в названиях его произведений. За исторические романы «Плеяды, созвездий, надежды», «Всполохи» автору присуждена Государственная премия Республики Казахстан имени Абая. Наиболее известные его произведения – роман «Конец легенды», повести, баллады забытых лет, «Колодец», «Состязание» переведены на многие языки мира. Роман «Конец легенды» Абиша Кекильбаева в 2019 году в юбилей писателя выбран для всеобщего прочтения в акции «Одна страна, одна книга». О чем повествует нам писатель на страницах романа «Конец легенды»? Конечно же, о любви, о творчестве, о страданиях души, о бренности власти. В этом сказочно-философском произведении повествуется о легендах, связанных со строительством минарета Бибиханум в Самарканде и судьбе великого завоевателя Тамерлана. В произведении так много того, что находит отзвук в наших сердцах. Зачем, как безумные, жаждем богатства и власти, не даем волю чувству и сердцу? Живем в погоне за призрачным, не сознавая краткости бытия. И хочется сказать: человек, остановись, посмотри вокруг и почаще задавай себе вопросы, которые звучат со страниц произведений Абиша Кекильбаева. Дорогой читатель, книги Абиша Кекильбаева ждут вас на книжных полках библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. Приходите и приобщайтесь к всеобщему чтению. «Одна страна, одна книга».